Надо запретить рекламу дезодоранта 72 часа защиты. Потому что есть люди, которые этому верят, и потом они ездят в общественном транспорте. Чтобы быстро разбудить жену, надо назвать ее ласково чужим именем. Хаишник тормозит блондинку. Дура, куда ты прешь? Не видишь, какой тут знак висит? Блондинка говорит. Круглый? И зачем меня надо было из маршрутки выкинуть? Сидел себе спокойно у окна, никому не трогал. Сам собой пенопластом по стеклу возюкал. Я свою меру алкоголя знаю. Упал, значит, хватит. Мне недавно рассказали, что когда пьешь чай, надо ложку из чая вынимать. Мол, неудача в любви будет. Указывается, все это время мне мешала ложка. Дедушка просил пить. Собака осталась без собеседника. В ресторане посетитель спрашивает, а почему это ваши фирменные котлеты так сильно пахнут водкой? Официант отступает учтиво на несколько шагов назад и спрашивает, а сейчас? Хотел было начать готовить по кулинарным рецептам, но в доме не оказалось самого главного ингредиента – денег на продукты. Каждая девушка должна усвоить, что после конфетно-букетного периода в отношениях наступает кастрюльно-котлетный. В парижском кафе мужик один за другим опрокидывает стопки водки. Другой ему говорит, а вы знаете, что каждый третий француз страдает болезнью печени из-за употребления водки? А тот говорит, это меня не касается, я не француз. Подписываемся.